перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Всех категорически приветствую. А вот, Сань. Я в бане, короче. Салам. Всем привет. Киеву привет. Выборгу привет большой. А что с камерой-то? Мне еще не с легким паром еще. А что там с камерой? Ну так лучше видно. Курск, привет. Всем привет. Киеву большой привет, конечно. Что-то нормально, камера работает, все. Уфа, привет. Всем привет. Одесса, привет, матушка. И в Харьков приедет. Теперь уже никуда. Пока не приеду. Удачи, Артём. Пермь, привет. Когда будут треки новые? Будет не треки новые, 14-го. По традиции нашей. Будет свежий клип на песню с альбомом «Баста 5». «Разбитые мечты». На мой взгляд. Все будет. Прикольно. А что там плохо видно-то? Мне нормально все вроде. Еще. Вот так нормально видно? Концерт Новосиби. Ну а как по-другому? Бежаришки-то. Пенза, привет. Ганновер, привет. Нет, боксером. Я уже боксер, дорогая моя. Больше сёр, чем бог. В кубиках камера. Так нормально? Питер, привет, родной. Привет. О, Митюш, привет. А ну-ка, сейчас дедушка. Старый, я тебе звоню. Ну как ты, старый? Зашибись, блин. Ты чё, в квадратах? В натуре в квадратах? Не, нормально, так тоже заебись, блядь. Слышишь, а чё ты так поздно паришься? А больше времени не было, одно время было, брат. Одно время. А я сейчас чуть-чуть, я приболел, просто думаю, пропарюсь, поеду домой. Чё, болит? Ты не матерись, нас дети смотрят. Старый, не матерись, дети смотрят. А, да, я что-то сказал? Конечно. Но это не специально, это от большой любви к детям. Да. Все как есть, что мед, это самое, витамины. Все есть, Митяч. Супруга лечит рядом всегда, ты же знаешь. А, вот там веники ты показывал, да, для тебя? Да, бить меня. Ну, я покупаю, это курить веники. Березка.
ребят, кто не знает, это мой самый старый друг, когда я переехал только в Москву. Мы уже сколько знакомы? Пятнашку почти, да, Митяч? Ну да. Где-то так, да. Помнишь, как ты придумал название Нагана? Помнишь, как ты придумал название Нагана? Да, помню. Комментатор. Да, комментатор. Круто. Ну что нового? Чем живет обычный болельщик Спартака? Митяч, расскажи двух слов. Ждем, когда Спартак начнет играть. Ты как думаешь, в этом сезоне будет опять чудо или больше надежды? Нет, чудо уже было. Чудо же было, братан, уже. Чё? 16 лет ждали, ну что? Не, ну слушай, всегда должно вести, брат. Ну, да, слушай. Ну что-то сейчас, знаешь, сердце больше болит за те события, которые происходят, за самолет, который вот упал. Да, это печально. Я летал на этой сетке. Печально очень все. Да. Это очень печально. Не, а так-то все хорошо, слушай. Опять снег выпал, как говорится, это. В Москве ну, потеплее есть стало. Заниматься людям. 140 тысячи живых лопат. Конечно, брат. Это подарок просто. Они, я думаю, люди с лопатами говорят, какая прибыльная, знаешь, какой сезон прибыльный. Знаешь, как на море, у людей, которые на море живут, сезон у них прибыльный. Так у тех, кто с лопатами, может, какой сезон прибыльный просто. И сезон, и лопата тоже. В прямом смысле, можно такую шутку, что в прямом смысле работники муниципальных служб в Москве гребут деньги лопатой, да? Да. Митя, что нового в музыке? Скажи, пожалуйста, что удивительно? Все знают, ну, кто тебя не знает, все помнят твою безумную, громадную библиотеку музыки и то, что ты сделал для каждого из нас в образовательном смысле, в отношении хип-хопа и не только. Что слушай, ну Леня же сказал, что это самое русского хип-хопа типа теперь нету, да? Вот. Видел Прошу тут недавно. Он говорит, слава богу, появился трэп. Ну вот да? Трэп что-то мне не зашел, братан. Ну трэп это как снег, брат. Это чтобы грести деньги лопатой. Че, Проша как, нормально? Да, на работу пошел. Да ладно, куда? Ну, там что-то какой-то металл продает. А дискотеки в Твери делает, прикинь. Да ладно. Ну? У них там клуб неплохо. Какой-то там, что-то такое. Круто. Ну, привет тебе, кстати, передавал. Не, он в полном порядке, мужики родил. Все нормально. Круто. Я, короче, как говорю, слушай, а тебя это самое в честь деда же назвали. Ты же помнишь, да? Да, конечно. Я говорю, это самое, а дед-то у тебя Прокопий? Он говорит, нет, Прокофий. Я говорю, ну слушай, ну вот в музее поставили бюст. Про что? Твоему прадеду поставили бюст, ну там как бы все были. Он, короче, пропал на недельку, мне пишет. Слушай, братан, говорит, я тут все выяснил, они накосячили. Короче, буду ругаться с ними. Да ладно, а что, неправильно поставили? Они неправильно что-то написали? Ну, он не Прокопий, он Прокофий. Все, иду, пацан. Проверь, да, я слышал. Зовут, убивай. Давай, а какая разница, давайте. Что так Прохор, что так? А не, ну так Прокофий, или... а так про что-то еще. Нет, а то сокращенно как будет? Прокопий. А, Прокопий, Прокоп. Прокоп, да. А это Прокофий. Сложная история, короче. Ну да. А второго Василия звали Сталин. Ты помнишь, да? Да, конечно. Ладно, братан, легкого тебе пару. Все, пошел, обнимаю тебя, старый, обнимаю. Я давай, обнимай тебя. Да. Обнимаю, брат, обнимаю. Сейчас
еще 3 минуты подождете? Да, конечно, 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 пойдем. Пойдем биться. ЦСКА чемпион, безусловно, ребят. Поговорил с дедом, давно не виделись. Человек, Толясик, приветствую, брат. Одесса, мама, блин. Дед это, Митя, это человек, который, когда переехал жить в Москву, мы тусили постоянно. Чайный пьяница, это вот. Про него все он изобрел. Да, Киев Сунер здесь, ах ты. Он изобрел, придумал никнейм комментатор Нагана. Это его была идея. А ну-ка мы сейчас этому ворчуну поднакинем. Алло. Васап, неги? Что-то звук нема. А не, есть, ты молчишь, что ты молчишь? Я троллю you. Да. Я понял. How are you? How are you, man? Сижу, сижу, корянку лью. Корянку. Where are you? I'm in Odessa. Odessa? Я все так where же в Одессе. Where you go home? I'm about to leave tonight. Tonight? Tonight. Oh, it's good trip. It's good trip for you in your night. Видишь, а ты что, пуэр в бане долбишь, да? No. No. Нет? Стой. Кто там подсказывает, брат? Ты, чтобы он напустил. Знакомься, это лебедь. Ну, здравствуй, лебедь. Ну, здравствуй, Вася. Слышь, а чё лебедь тебя подмышками кормит, руки не опускает? Глянь, он закинул за голову. Он типа, он вора включил. Он вора включил. Кого включил? Кого включил? Вора включил. Пусть мультики включит, пусть мультики включит, позырим. Я сейчас на вас смотрю. Я вам пресс качает, ты видел? Дивись, как он пресс качает. Ты что-то всех в краску вгоняешь, слышишь? Вот, брат, я. Ты что, у меня ж по молодости было погоняло маляр, брат. Слушай, мне Ричи рассказывал, как он познакомился с тобой, слышишь? Я, кто? Я орал. Ричи. А как он познакомился? Я такую фотку делал. А как он познакомился? Я не знаю, братан. Ну, но он, ему лет 12 было, ты на остановке сидел, говоришь, малые, пошли со мной. Какой Ричи? Такой, диджей ростовский. Старик, когда я в Ростове был, ему уже лет было 6, братан. И он клеем дышал, наверное, максимум, что он... Причем не прущим, ПВА-шкой. Ты ему еще говорил, малые, я, говорит, вас всех помню, а песни свои нет. Сказ, братан, у него башка пробита, и он не помнит, как его зовут, он помнит, как где, что было, братан. Если я его выцепил по детству на остановке, значит, он мой потерпевший, 100%. Значит, он качан, братан. Я помню. А ну, что ты используешь? Ты используй их, посмотри, какая баня, давай. Ой, ты на сене, да? Собака на сене, конечно. Да. Слушай, мы в Буковеле тоже были, отдыхали там нормально на сене. Ну. А что там, да. С крабом помазали? Кем, с лебедем вдвоем? С лебедем вдвоем? С лебедем вдвоем. На сене. Хрюня с лебедем? Лебедя не пустили. Слышь, вам надо группу сделать. Кабан и лебедь. Понял? Лебедь и кабан, да? Лебедь и кабан. Тан-тан-тан. Достань мой барабан. Лебедь и кабан. Лебедь и кабан. Зазвенел баян, да? Тише, пожалуйста. Как угодно. А ты на малине, что ли, братан? Что-что? На малине, говоришь, что ли? Да. Ты на малине, на малине? На малине сейчас. У нас нет. Тут, понял, воровская сходка, 3 боржоми и 2 кальяна. Заткнись, ты что не мелешь, ты что, ты гонишь ее?
Что, что, что? Ты что такими терминами кидаешься? Не, ну если лебедь будет вывозить, ты его с собой в Киев привози. Ты что, лебедь? Лебедя вся Одесса знает. Он вот так вот, он вот так вот сыбится, выходит, к нему даже цыгане не подходят, потому что знают, что он свой. Я тебе говорю. Старик, старик. Ты Пышу знаешь, лебедь? Пышу знаешь с молдаванки? Пышу. Пышу, да. Это ты... Как зовут его, скажи? Паша, Паша. Ну, тебе сколько лет, лебедь? 25 мне. 25? Я забыл, блядь. Да нет, ты малой. Пыша уже умер, братан. Ты что, 10 лет назад, когда тебе было 15. Не слышишь. Коля, говорит, что Пыша не отживает. Пыша не отживает. Пыша нема с нами. Кажи, що Пиші нема з нами. Пиші нема з нами. Пиші нема з нами. Пиші змер. А ти що, сам? Да, я ж недалеко є дома. Все, я пішов паритися, братан. Я вас обнімаю. Давай, удачі. Привіт. Давай. Все, давай. Давай. Щуки теж, раку привіт уже. Давай.